Какую карту? Это пойдет? Угу. Наверное, не знаю. А твоя страховка предусматривает робота. Так, что за лорд Одесса? Чпом, ты как? Главное, чтобы Кирита был против тебя, так похуй вообще. Мне карты нету. Ты не скачал? Ты не скачал, серьезно? Чё, блядь, вы все ВИЧ играете, охуеть. Кстати, а сейчас я один попробую. У него есть гладиаторы. А ты не пока не можешь, пока там все можно зайти, даже не зарегистрирован. Заходь, а кто это вот этот? Там есть, короче, папочка. И это не ту карту, что ли? Кидаешь мап, все, делов-то. Нет, он сейчас скачает, короче. Я, кстати, думал, почему патч не работает, а я не туда все файлы скидываю. Давай. Чем мы эту карту шпили? Не, сейчас поменяем. Типа карты качает. Я не знаю, как чпом играет. Карту скачать, а потом типа. Ну чпом он. А где чпом? Это Люци, вот это чпом, да? Давай. Вот, короче, лучше играет чпом, если что. Да ну, прикалываешься. Так, скачал карту. Спасибо, мне этого не надо. Надеюсь, ты любишь взрывы. Будем играть в следующий раз. Все, есть карта. Да. А что? Я получил это жуткое предупреждение, что я предусмотрительно вышивой механического рожа. Если просит, не молчите все время. Не, они так слюбные. А, ну агент хорошо играет. Давай так, а хуй знает, блядь. Не, давайте я с вами лучше, ну нахуй. Что, заключим? Сейчас все будет. Ну, а... ну блядь, да у него не было карты. Сейчас я перезайду в комнату. А, все, понял. Голубой, желтый. Смотри, там два винча, у нас Алина и Котла. Блядь, а Леонардо, ты за Котла будешь, что ли? Угу. Ты практиковался за них? Да. Окей. Правда, пару недель назад, но похуй. Ну, агент на уровне предельного играет, и Кирита, ну окей, ладно. Я высочайшего зашатать могу, предел 50, но на 50. Ну, тогда ладно. А потом да ладно. Хорош. Как говорится, начало красивое, а финал дерьмо. Голубой, голубой, голубой. А чё, блядь, не расставились мы никак, мы как появимся-то, блядь? Блять, в какой стороне? Ну как? Или ты где хочешь? Ты с краю, с центра хочешь? А хуй знает, да похуй. Ставь, как тебе удобно. Нет, Леонард, давай ты в центре, потому что ты винчи, я тогда с краю. Или как? Чё, да нормально, норм, норм, поехали. Похуй, похуй, мы играем. Похуй вообще, похуй. Че поебать, да? Кто там, блядь, сейчас Кирита вообще появится, нахуй, в другом лобби из-за того, что не выбрал позицию. Вот это да. Давай, да он уже. Вот это все будет сделано. Вот это да, отлично. Нормально. Кирита охуевает по-египетски, блядь. Нам конец. Твоя страховка предусматривает нападение гигантского робота. Мне дирижабль надо будет. Передать потом. Дирижабль тебе передать? Да. Ну, чтобы героя там юнитов сейвить. Так, вот я забыл, блядь. Какая тактика там у Винчи, блядь? Два торговых. Забрасываешь, короче, Левиафана. Берешь первые три воены и выбираешь Ленору. Все, ты сразу всрёшь. Он шутит, ой, не слушай его. Так, мало ли что, да? Бля, нахуя я Алинов выбрал? Ну. О, хорошо, подожди. Я все еще достоин. Я все еще помню, что делать. Какой?
Надо будет в будущем попробовать тактику Зелена через магические районы строить. А, тут карты. Ладно, похуй. Можно было бы сокровища включать, но... А, хуёвый вариант. Больше корона в баночке будет поработать. Почему нет, нет, нет. А что делаете, курица? Полагаю, телескопы нам делать так. Типа я себя ставлю, а Кирит ставит у зеленых, да? Чтоб крест на крест был, да? Ну он как бы этот. Во-первых, он не в Дискорде, во-вторых, он иностранец. А я думал, что он на иностранном, думал, не пропачил что ли. Ну, он поймет, наверное, как ставить. Ты это видишь, Ларкас? Че? Нет. Кто там, расскажите, пожалуйста. Блять, а что тебя удивило, я не понял. Да потом расскажу. Рудокоп механический, казарм, я не знаю. Давай, детка, давай! Есть! Ты что, таверну выкупал? Или че? Да. Видишь, какой экстаз. Вижу, вижу. Хватит на их разведчиков пиздить, блядь.
А кто красный? А, все, ладно. Я все понял. Не знаю, правильно я все делаю или нет. Но хуй с ним. Ларка, сможешь мою обстановку оценить? Нормально я все сделал? Или охуел в край? Да по-любому охуел в край. На центр ебанул сразу, блядь. Ты в плане того, что городок... Ты, блядь, повнимательнее смотри, Войт. А ты какой цвет, я не знаю. Вот приехали, блин, нормально. Синий. Да? Я вообще думал молчать, блин. Ой, я посмотрел, кто красный, блин. Напротив меня. Такой, блядь. Я еще позавидую еще положению, когда напротив тебя лапы. Капец, бабла не хватает. Блять, откуда столько нахуй? Что? Промышленных. Ай-яй-яй, Ларкас, прости, не помог. А чё не помог? Теперь помог. Теперь охуенно всё у меня. А красный это кто? Блять. А, это... Сейчас Кирита меня будет ебать просто во все щеляки. Он сейчас ко мне пойдет. Начали. Блин, чертова ракообразная, как я их ненавижу. Ребят, меня спасать кто-то будет. Ты пишите по хелп. А он что-то на синего пошел. Лучше бы спасал, да? Лучше бы. Хуй знает. Ну серьезно, блин. На меня Ларкас напал, блин. Чё за Ларкас? Кто это? Ну, я не знаю. Может быть, это тот, кто сейчас отнимает мой город. Ларкас, ебать ты, блин, наглый. Ну, о, пошел помогать, смотри. На того, кто, в принципе, на хера за не играл. Мы тебе платим? Мы тебя платим за Раша Левиафана, ёпта. Войт, ты чё спишь, алё? Леонард, я не вижу победы, Войт. Атакуй, Леонард. Понять не успел. Победу надо тебе. Войт, сюда, вот, блядь, сюда, быстро, бытленько. Понял схему, Войт? У тебя 5 понял, секунд, понял. Чтобы там оказаться. Уже там, я уже там. Все, давай. Бля, съебывайте. А, погоди. О. Войт, дави как боженька, как в последний раз, блядь. Войт, я тебя умоляю. А там пришел на помощь этот розовый? Он подходит. А куда вы, блядь? А, нихуя вы делаете, пришел. Давай, Войт, трахай во все щели, трахай все, что видишь. Да, это интересный у вас там сценарий.
Хорош, блядь. Покуси, покуси героя. Покуси героя, блядь! Все. Ну давай, тупой великий город, стройся уже, блядь. Ты ж, блядь, вот это я лоханулся. Ёб твою мать, это пиздец. Вот это я лоханулся, пацаны. Простите, я не хотел. Чё ты сделал? Да пока ничего страшного, но чувствую, блядь, будет жопа. Ой, ты чё стоишь, блядь? Дави, блядь, нахуй все, что видно. Блядь. Так. Ларкас, у меня плохое предчувствие насчет Кирита, ну да ладно. Сейчас просмотрим. Войд, блядь, не просто не останавливайся, просто, блядь, лавину включай, блядь. А розовый мне может нормально помочь? Войд, ты лавина, Войд. Нет, отмот не может, первым делом трендец будет после меня. Лавина, ща имперские гренадеры сделаем, будет лавина. Войд, сейчас все от тебя, дедочка, зависит, все от тебя. Хорошая погода настала. Блин. Хорош. Чем? Я только тебе. Так, что ты говорил? Заработал. Ну, если кто-то там еще хилит, почему я сразу? Так куда вы потерли дебилоиды, блин? Я не понял, что Кирита делает. Дайте хоть немного резов. Левиафана он делает по-любому. Да он любитель рашить всякую хуйню, блядь. Иногда это у него хуйно получается. Блядь, но если он Левиафана сделает, это будет фиаско. Ой, блядь. Что? Я разговариваю с некоторыми друзьями. Конечно, лево. Войд, блядь, чё, я может... вижу твою это, огромную армию, блядь, тысячу воинов, где она? У меня не тысяча. Короче, мы все в срали, блин. Против нас Ларкоса ставить, это, конечно, самоубийство, блин. А чё и напротив меня тоже огромное спасибо. Чё, ты убил его уже, да? А нет, вот. Еще не убил. Ну, стараюсь. Агента. А, ты давишь его еще. Там мне уже нечем даже поронять. Паука сделал зачем? Ну и все, потом, блядь, Левиафана придется убивать. Он сейчас он по-любому появится. Вот он уже появился. Давай, Войд, блядь, дави, просто не останавливайся. Войд, блядь. Ты че стоишь, Войд? А, вижу. Блядь, ладно. Я должен быть с Ларкосом в команде, либо или вообще можно добавлять игру. Вот у тебя войска там, блядь, стоят, нихера не делают. Да все нормально, еще не спать. Он крепость строит. А, нет, это не крепость. Это казарма, ты не пугай меня так. Фокуси героя. А, все. Все, я ему луч дал, нормально. Давай дальше, ебашим. Войд, давай свою часть карты, блядь, забирай нормально. Сильно не отвлекайся на битву. Вот этого зеленого ты имеешь в виду, да? Сейчас попробую. Давай, толпой его прям.
Ну все, пришло время Левиафана там. Сейчас я скажу, когда. Хотя, блядь. А чё у вас городов так дохуя? Ну, не знаю, можно, в принципе. Лучше не надо. Ну, у меня бабла просто нету пока. Вот, я задний дал, если что. Добивают эту хуйню и отступай. Ребята, не пиздец. Чё? Отступать, плохо, говоришь? Ты, блядь, не забрал свою половину карты, Войд, я, блин, разрываюсь нахер на части. Добивай вот эти вот, блядь, я сейчас тебе помогу добить вот эти вот воздушные заводы. И пиздуй потом, угу, блядь, на границе. Так, и кто-нибудь тебя хуйню разберется, блядь, в этой жизни. Короче, моя блядь, он... Зига, блядь, хорош. Вводит, как говорится... У меня там нихуя нет. Поражение-то перескинь, сейчас помню. Короче, счёты сверить с моими калькуляторами, мы с попом, блин. Может кто сообщит нашему другу, блин, что ему тренде. Кирит Левиафана сделали, чё, я не могу понять. Возможно. Не, вопрос про какого-то Левиафана говорили, я хуй не знаю. Дави, дави, Войд, просто, блядь, закатывай нахуй, грязь. Не жди, не жди, пока у нас трахнет во все щели. Зеленый сер, хотя пойду, что от меня перешло. Короче, у нас пора вот этих людей. Спойлер у Кирита, нельзя панк, не будет. Покусите казармы и прочую хрень, будет. Да, да, да. Ларкас, я, короче, это, фронт защитил, точнее, мид, если так можно выразиться. Okay. Поэтому можно спокойно, блядь, додавливать. А его и нет, на центре. Тут в тылу. Нет, в тылу, блядь, там, обратите внимание. Часа. Ну да, да. У тебя в самом низу синий, розовенький выкупил хуету. Смотри, там может что-то построят, какую-то крепость ебаную. Там Левиафана ща ебанет еще. Как, блядь? Отправь что-то туда, он выкупил там эту хуету. Он не выкупил, он захватил этим, Зиком. А, ну вот, сейчас что-то строить там может начать просто. Да понял. Ну, ультра уже. Я разберусь, можете не париться. Да мы и не парились. Да ладно, не обрадуйтесь, я знаю, что вы, блядь, за меня переживаете. Ёб твою мать, сколько у меня выкупленных автоматических зданий, я их просрал все. Не улучшаю ничего, блядь. Войд, Войд, вперед двигаемся, Войд, вперед, вот, вниз, 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 пошел вниз. Бля, он красавчик, как, вниз. Так вниз или вперед? Нет. Ну, это значит... На розового идем, да? Да, 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 да. Ух, ёпты, а, блядь, у нас там ждал. Отступаем, отступаем. Войд у нас выбит. Отступаем к городу, к моему синему городу. Я ему стан дал ненадолго. Мы украли, блин, у Кирита вообще там проблемы. Слышь, Донарда, у меня избыток, да, что надо. Принял. Я тратить не успеваю, что-то, блядь, экономику развил и, блядь, Тимония уходит куда-то. Блядь, ну куда вы идете, тупые мушкетеры? Войд, а где вся твоя великая армия? Я что-то не понял, за что я тебе плачу? Сейчас будет.
был заказ Брингольда. Подержи их немножко. Два города, да. Охуеть! Это Кирита меня. Бля, ёбана в рот. Ларкас, на помощь нам высылай что-то. Тут пиздец, на синий город вот это. Пушка безопасности в пол. Блин, я не могу что-то открыть. Ларкас, я, короче, сюда иду. Вой, держи свой этот. Свою сторону, скапливай войска, отводи куда-нибудь, блять, Войд. Нет, там войск-то нету, блять. Войд, как ты мог? После всего, что между нами не было, как ты мог меня так настроить? Он, наверное, ко мне возвращается, или что он там делает? Ну, вниз пойдет сейчас на меня, наверное. В соло не вывезет. Зеленый жив, конечно, нет такой. Надо было с город хотя бы попросить, что ли. Что-то как-то это не попросил. Знаете что? Если я буду идти против Ларкуса, никогда в жизни, блин, по соседству находиться не буду, значит, что надо. Окей, ну надо было тебя напротив Войда поставить. Ну хотя нет, напротив Войда ты бы выиграл быстрее, мне кажется. Потому что я только когда начал играть, допёр. Такой, типа, смотрю Ларкос, думаю, погоди-ка, кто-то здесь нету. Ну хотя бы зато наблюдаю, жалко, попкорна нету. Тебе передал дирижабль, но он у меня, конечно, блядь, сам. А, он Кирита сдался. Ну, надо по-другому переписывать. А, кстати, ну, вот он спонсир моего войска. Ну все, уходим. Да, ну нахер. Я все, уже делать это ничего. А, войд как раз и Левиафан ушел. Блин.